С начала этого года в Саратовской области в рамках государственной программы здравоохранения реализуется федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Болезни сердца – одна из главных причин смертности как в России в целом, так и в нашем регионе. В Саратовском областном клиническом кардиологическом диспансере знают, как бороться с заболеваниями главного органа человеческого организма. На помощь взрослым и детям здесь приходят профессионалы. Современные технологии и накопленный опыт саратовских кардиологов позволяют ежедневно проводить сложнейшие операции, в том числе и на открытом сердце. Областной клинический кардиологический диспансер является, как сейчас говорится, якорным учреждением в регионе по патологии, прежде всего, сердца. И поэтому все наши усилия в уходящем году были направлены на совершенствование оказания медицинской помощи, прежде всего, больным с острым коронарным синдромом, больным с инфарктом миокарда. И в конечном итоге это выразилось и в снижении госпитальной летальности от инфаркта миокарда. Больше больных поступают своевременно, в оптимальные сроки. Им оказывается адекватная помощь, прежде всего, через кожные коронарные вмешательства, стентирование коронарных сосудов. Число этих процедур, выполненных в экстренном порядке, оно реально существенно выросло. И компоненты, по которым реализуется национальный проект, закупка нового оборудования в том числе, они, в общем-то, в значительной степени направлены на обеспечение вот этих самых процедур. Современнейшее оборудование для больниц региона поступает не только по нацпроекту здравоохранения, но и от благотворительных фондов. Недавно фонд «Алеша» передал в дар кардиологическому центру автоматический анализатор параметров свертывающей системы крови. Он предназначен для исследования гемостаза. Данная установка позволяет проделывать предсказательные тесты наряду с рутинными и оценочными. Что может быть в практике более ценно, как предотвратить осложнение во время операции? Или, скажем, предположив уровень кофактора гепарина, сделать выводы, как пациент отреагирует на гепаринотерапию, подобрать ему дозу индивидуально, предположить, случится ли падение тромбоцитов после операции или не случится, или своевременно этому препятствовать. Тогда мы получаем новые рычаги и стоим в новых условиях. Для пациентов консультативного отделения, кроме привычной нам рутины, становится доступным широкий спектр исследований: оценка фибринолиза, волчаночные антикоагулянты, тромбофилии. Порознь каждый фактор свертывания может быть на этом приборе подвергнут оценке. Все высокочувствительными методами, все это количественно, все это воспроизводимо и сравнимо с остальными лабораториями ведущих центров. Лаборатория областного клинического кардиологического диспансера имеет два отделения. Это плановая и экспресс-лаборатория. Здесь делают до 80% всех исследований. С появлением автоматического анализатора все процессы стали автоматизированными. Прибор работает филигранно, точно, он удобен в эксплуатации и безопасен для персонала. У нас уже давно есть и гематологические автоматические аппараты, и биохимические автоматические аппараты. Исследование газа, электролита все делается на автомате. Ну вот одним из знаковых событий за последнее время это было приобретение автоматического коагулометра. Важно это событие как для пациентов, так и для сотрудников кардиоцентра, и в особенности, конечно, для сотрудников лаборатории, потому что это полностью автоматическая система, куда загружаются автоматически кюветы, биологические пробы, как в первичных пробирках могут загружаться, так и во вторичных пробирках, реагенты. Затем лаборант программирует все на компьютере и запускает аппарат, нажимает кнопочку «Старт», и идут реагенты. После чего мы получаем результат на принтере. Это очень удобно. И мы хотели поблагодарить благотворительный фонд «Алеша» за приобретение вот нами такого аппарата, как от жителей Саратова, так и от сотрудников кардиоцентра. Саратовский кардиологический центр не единственный, кому удалось получить в дар современное оборудование. Благотворительный фонд «Алеша» оказывает помощь многим российским медицинским клиникам. Вообще деятельность современного учреждения, оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь, она, безусловно, во многом завязана на наличие современного оборудования, причем не только
тяжелого оборудования, не только томографов, ангиографов, в том числе, безусловно, лабораторного оборудования, поскольку значимость лабораторной диагностики для принятия решений, для оценки состояния больного, оно только возрастает, и поэтому мы прикладываем все возможные усилия, в том числе и в решении вопросов об обеспечении медицинским оборудованием, ну, в частности, оборудованием, позволяющим качественно, современно оценивать состояние гемостаза, что особенно важно в клинике, которая осуществляется ежедневно, в рутинном режиме осуществляется операция на сердце и сосудах.